«Дезертир» и сайт videogameplay.ru представляют. Всем привет! С вами, как всегда, я, ДС, и мы продолжаем играть в побег. Ну что ж, поехали! Успейте вовремя. Это игра по контрольным точкам. Точнее, пробежка по ним. Мы должны просто пересечь за определенное время контрольные точки, что было, кстати, в прошлых частях, и в принципе, я тогда думал, что вы понимаете, что в чем суть именно этой поездки. Так, вот здесь надо поаккуратней объехать вот так вот. И успеть! А, черт! Черт! Как-то я не заметил время, оно быстро летит. Кстати, в зависимости от высокой сложности поднимается планка по времени, то есть вы должны успевать быстрее, а поднимается планка по качеству вождения ваших соперников, того, что они могут вас вообще догонять. На легкой сложности там совсем просто ездить, на средней тяжелее, на сложной, естественно, тяжелее, чем на легкой, средней, и, ну, все как всегда, в общем. Вот, и становится сложно водить машину, то есть чем выше сложность, ну, насколько мне показалось, то есть она становится менее управляемой. То есть она, у нее появляется вес и все в этом духе. Но в целом мне пока удобно ездить. То, что я вижу, меня вполне устраивает. Так, мы должны пройти примерно 2 или 3 трассы за каждую серию. Сколько уйдет примерно серии на это все дело, я не... Не-не-не-не, в курсе. Честно, я не знаю. Но я надеюсь, что вам вообще это дело будет нравиться, потому что мне эта игрушка нравится. Возможно, я потом FS-ку другую какую-нибудь еще пройду. Типа Most Wanted. Так что будем смотреть. Еще раз повторюсь, играюсь я на геймпаде, поэтому, в принципе, игра у меня идет довольно легко. Никаких затруднений на данный момент я не вижу. Самый сложный этап начнется, когда начнется зима. Вот там мне будет немножко сложновато, потому что зимой гонять относительно сложно, особенно в момент, когда идут камнепады. Там прям совсем жесть. Да и виражи не мой лучший конек. Там есть серпантины, которые предзимней локации будут. И вот на них тоже мне придется немножко попотеть. Ну а здесь, в принципе, на обычной дороге все, в принципе, более или менее проходит нормально. Ну, это, по крайней мере, которые косяки я помню в принципе. То есть те, которые у меня бывали за прохождение, другие. Итак, что у нас там? Так, 700, отлично, неплохо. 500 XP. Еще что там? Ну, в общем, пропускать это, к сожалению, нельзя. Возможно, какие-то буду вырезать, какие-то нет. Иногда у меня игра может вылетать. Такое тоже бывает. Так что не серчайте и не обижайтесь. Ребят, все бывает, все случается. Стараюсь сейчас записывать в более-менее хорошем качестве. Так что, надеюсь, вам нравится. В общем, выскажите свое мнение сами в комментариях, либо отдельно мне. Не знаю, в общем, решитесь, выскажите, и все будет. Начать следующий этап. Это очень красивый, на самом деле, этап. Мне он тоже нравится. Такая полугорно-сельская местность. Очень классно. Национальный парк называется. Собственно, мы посмотрим, что у нас здесь будет. Посмотрим, насколько это будет интересно. Текущая позиция 195 место. К Лас-Вегасу мы должны дойти 150 номером. Ну или более 150-го. Грубо говоря. В принципе, невозможно не доехать к Лас-Вегасу менее, чем требуемое место, по причине того, что вам каждый раз нужно победить всех противников. Это обязательное условие. Итак. Итак, восьмая позиция. Точнее, не восьмая, а 8 позиций впереди нас, и мы должны их обогнать. Будем это делать, насколько это возможно. Я прям хорошо так чувствую, как машину легонько, в кавычках говорю, заносит. На самом деле, конечно, ее не легонько заносит, но... Так, обгоняем. Оп.
Оп. Стараемся не вылететь с трассы. Сбрасываем чуть-чуть скорость, потому что как же иначе? Лучше особо не рисковать. Скорость лучше иногда сбрасывать, особенно если... Так, ты что-то борзеешь, чувак. Ладно, обгоним другого. Вот этот паренек мне очень не понравился, как он меня прям так обошел вторично. Так, перед нами есть еще, помимо вот этого парнишки, еще один. То есть тот, который впереди, потому что еще два свободных места. А это значит, что нам еще двоих противников надо обогнать. Вот как раз на белой машиночке он и едет. Что это за машинка, я вам не скажу, не определюсь, к сожалению. Но есть вариация, кстати, их возможно... Сука. Что их возможно вот здесь обогнать. Мы это попробуем сделать. Машина в целом у нас позволяет ехать по такой дороге. Главное никуда не вылететь. Вот мы их обогнали, мы вырвались на первое место. Не на каждой карте будет так удачно. То есть на некоторых картах есть возможность обогнать, на некоторых нету. И более того, мы можем на некоторых картах, на таких обгонах, даже иной раз более круто вылететь, нежели мы бы поехали по обычной дороге. Потому что сельская местность, скажем так, да, эта дорога а-ля сельская местность, она все-таки немножко опасна. Поэтому старайтесь ездить по ней аккуратно. Это очень, иной раз может доставить некоторые проблемы. В любом случае, мне, кстати, нравится музыкальное сопровождение, которое идет во время погони, и во время гонок и прочего подобного. Что могу сказать об игре? На мой взгляд, она довольно интересна. И интересно, в первый раз, когда я поиграл, я, наверное, подумал о том, что она сделана довольно необычно. То есть, как я уже говорил в самом первом ролике, про то, что когда мы едем, мы... не останавливаемся, мы постоянно в напряжении, мы постоянно, скажем так, продолжаем свой прошлый путь. То есть мы начинаем гонку и без остановок едем, 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 мы не останавливаемся, мы все время в движении. Вот этим мне игра понравилась, то есть в отличие от того же Most Wanted, например, да, в котором нам надо было принимать решение, какие гонки там гонять и так далее, здесь мы сами выбираем. Точнее, здесь мы сами не выбираем, нас ведут по прямой, и здесь трассы почти что не повторяются, что тоже интересно, что круто. То есть, да, есть какие-то отдельные участки, которые мы, например, можем увидеть впоследствии, и просто чуть измененные. Но в целом, я вот еду, у меня нет такого ощущения, что «А, вот я вот эту трассу видел». Окей. Такое ощущение, как будто наша машина взорвалась. А зря я не... Не-не-не, не нажал. Но раз у меня повторы сбились, то фиг с ним. Нам нужно выиграть время. Вот, пока рассказываешь, немножко отвлекаешься. На самом деле, рассказывать и снимать это местами довольно сложно бывает, но я уже привык, в принципе. По идее, меня это не должно так сильно отвлекать, но, видите, все равно иногда бывает. Так, торопись, и надо не забыть сбавить скорость, на самом деле, вот на вот этом участочке. Быстрее! Успел прямо на последней секунде. Какой жесткий поворот был. Куда? Куда ты вылетаешь, дезертирка? Что ж ты так вылетаешь, мужик? Ты уже не успеваешь. Определенно не успеваешь, чувак. Так, ты должен будешь это все делать на скорости в 1000 км/ч. Ладно, неважно. Мы не успеваем, на самом деле. Вероятность того, что я сейчас успею доехать, ну, просто равня нулю. Как я уже говорю, это будет повтор. Вот благо нам даются контрольные точки. Здесь всего даются 3 повторения, в отличие от нормали 5. А на легком, по-моему, аж 10 повторений, что-то в этом роде. Да, вот здесь вот, вот так вот надо было сделать. Забываешь немножко, когда не играешь. Так что как-то так. Здесь вот можно ускориться немножко и сэкономить чуть-чуть себе времени. Так. Вроде бы я сейчас должен был успеть. Вроде бы. Да, вроде бы успеваю. Прям опять впритык, но в целом лучше, чем было. Ух! Так, все хорошо. Меня, конечно, чутка вынесло, но я пока еду.
Да, управление стало однозначно чуть сложнее, потому что управление машины на среднем уровне сложности вовсе не похоже на тяжелый, о чем я уже не первый раз упоминаю. И она довольно сильная, я вам скажу, разница на самом деле. Три. Скорость. Скорость. Держим скорость, не сбавляем. Надо постараться держать примерно 250 возможностей. Мне сложно смотреть туда-сюда на спидометр и обратно. Но вроде скорость я пока держу. Тихо. Опять на последней секунде успеваем. На последних секундах. Вот, стараемся держаться скорости 200 км в час. Это довольно важно, потому что я посмотрел, что иначе я прохожу здесь прям тютелька в тютельку. То бишь еле-еле. Так, это, по-моему, последние уже финальные. Да. Ух, мы прошли. Черт, а ведь я хотел без повторов, ведь я хотел без всего вот этого. А знаете, не судите строго, ребят. Я давно не играл. Я забыл, что все-таки на сложности это веселее. Ну, сам подписался, что я ною, собственно говоря. Так что, дезертирка, не ныть. Будем проходить как есть. Ну, на геймпаде, кстати, играть удобнее однозначно, чем на клавиатуре, потому что здесь я могу чуть-чуть сдвинуть стик, и он уже будет аккуратненько входить в поворот, нежели там надо вымерять, щелкать отдельно, прям что-то делать, пытаться. Но здесь все намного удобней. Намного. Так что это круто. Мне это определенно нравится. Так, 6 позиций. 6 позиций, ребята. Так, мы гоним, 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 гоним. Опа. На. Так, вот здесь мы можем сменить машинку. Насколько я знаю, если у нас есть какая-то интересная, мы можем на нее сменить. Но у нас интересных машинок на данный момент нету и не присутствует. Вырвались. Обходим, 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 обходим их. Так, они решили объехать, мы решили не объезжать, но в целом эффект не потерял своего значения. Все осталось так, как надо. Так, мне осталось обогнать вот те две впереди машинки, и все будет просто великолепно. Итак, ребята тормозят, а мы попробуем обойти их по косой. Опа! Вот так вот. Ага, обогнать меня хочешь, хрен... Хренушки тебе! Продолжаем набирать скорость. Так, хотя зря мы набираем скорость, потому что ее сейчас придется резко сбавлять. Оп. Так, зато раз у нас маленькая скорость, мы можем поворот чуть ли не так входить, конечно, но... Но, в принципе, нормально. Так, главное сейчас не дать им себя обогнать. Дадим себя обогнать. И мы вроде справляемся с этой задачей, хоть и буквально на последних миллисекундах они могли бы нас догнать. А вот, серии будут, в принципе, короткие, по несколько гонок за раз, так что всем спасибо за просмотр. С вами был, как всегда, я, Дезертир, и я надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо, всем удачи. Пока-пока, друзья мои.